В Оренбуржье стартовали весенние полевые работы. В этом году общая посевная площадь составит 4251 гектаров, что на 14 тысяч гектаров больше, чем в 2017 году. Из них площадь ярового сева 3278 гектаров. Приобретено минеральных удобрений 54% от потребности. Готовность сельхозтехники к полевым работам оценивается на 90%. Запасы горюче-смазочных материалов сохраняются на уровне прошлого года.